Вот, наконец-то я на подъемнике одна. Можно с вами поговорить. О, блин, ветер задул. Сейчас я застегну куртку. То нет ветра, то есть. В прошлом году, я помню, мы катались в это время, внизу уже хлюпало. Прям конкретно были лужи. Сейчас пока луж еще нет. Так что есть надежда, что еще в апреле покатаемся. Если наши санврачи не закроют нас опять всех по домам. Вроде в Алма-Ате там 110, 112, 108 заболевших в день. Таких огромных вспышек нет. Чимбулак вообще полупустой. И на бугеле, и сверху особо людей нет. Вон мой любимый инструктор Наташа кого-то дрессирует. Коленочки к склону. Там мы живем, в этом ужасном черном ужасе.